Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Из негативных качеств можно назвать повышенную тревожность, часто беспокоиться из-за пустяков. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Планета Венера наделяет человека чертами характера, связанными с отношением к семье, заботливостью, ответственностью, чуткостью. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Эти люди ответственны и терпеливы. Эти личности чувствуют ответственность за своих близких, однако им не следует проявлять о них чрезмерную навязчивую заботу. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.